для следующей участницы нашего концерта сниматься на телекамеры привычное дело. Соведущая зимнего бала Элина Бродовская с песней «Дед Морозы» помогает образцовый художественный коллектив студия современной хореографии «Вернисаж», руководитель Светлана Ридаш. Подъездом сердце бьется в груди, словно птица, и уносит меня, как песня из детства. Новый год засиял за горами с первых елок. Побежали минутки, суета завладела умами в переходах метро и набитых маршрутках. Новый год непременно наступит, Дед Мороз запряжет свои сани, счастье будет тому, кто полюбит Дед Морозы. Это мы самим. Новый год непременно наступит, Дед Мороз запряжет свои сани, счастье будет тому, кто полюбит Дед Морозы. Это мы сами. Новый год подождет и настанет, раздадутся удары курантов, все вокруг загадают желания, и за каждым окном зажгутся гирлянды олье и бенгальские свечи, треск петард, звон бокалов шампанский, и пускай все печали излечит голубой огонек и веселые танцы. Новый год непременно наступит, Дед Мороз запряжет свои сани, счастье будет тому, кто полюбит Дед Морозы. Это мы сами. Новый год непременно наступит, Дед Мороз запряжет свои сани, счастье будет тому, кто полюбит Дед Морозы. Это мы сами. Дед Морозы — это мы сами.